Застрявший в батарее безумец грозился взорвать дом. Переполох на улице Титановой в Курчатовском районе. Мужчина вызвал спасателей, утверждая, что застрял в решетке отопления. Но после вдруг заявил, что у него граната, и он готов себя подорвать. Все подробности в репортаже Татьяны Морозовой. Эвакуацию жильцов этого дома полиция начала в 11 часов утра. Людей попросили взять самое необходимое и выйти на улицу. Территория вокруг многоэтажки была оцеплена. Дежурили сотрудники МЧС, полиция и бригады медиков. У нас маленький ребенок. Я схватила ребенка, даже вот на позвоночек туда, вешалку мы им пришили. Вот, никак не могли это застегнуть ему. С испугу со всего. На всякий случай попросили закрыться и продавцов магазина. Кто-то подумал, спецслужбы тренируются. Вы напугались сильно? Ну, просто мы не поверили, думали, что учения какие-то идут, вот и все. Позже выяснилось, переполох устроил хозяин этой квартиры. Под шофе 47-летний мужчина позвонил спасателям и сообщил, что застрял в батарее. Его истошные крики о помощи слышали и соседи. Ему хотели помочь, но он вдруг заявил, что у него дома граната. Когда он начал звать эту, помогите кто-то, она вот на ним живет. Она вышла, давай, я тебе ключ открою, что ли. А он говорит, не трогай дверь, она под этим, под взрывом. После такого заявления на место прибыли все экстренные службы. С хозяином квартиры полицейские вступили в переговоры. И сколько это продолжалось? Ой, часа полтора мы, наверное, там гуляли. Больше, наверное. Никакой гранаты в его доме не обнаружили. Мужчину задержали и передали врачам психиатрической клиники. Не исключено, что у него случилась белая горячка. А еще бы нет. Если у него, простите, до белой горячки допивается, да. Так это куда? Это же, конечно, страшно. Кстати, безумец и ранее привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы за хулиганство. Татьяна Морозова, Тимур Баташев, 31 канал.